Всем доброго времени суток. Хотите верьте, хотите нет. Что-то даже мне неохота сегодня со спиннингом бегать. Решил я просто так чисто посидеть на бережку, отдохнуть пару часиков. Время уже 7:30. Особо-то уже шибко никуда не поедешь. Поэтому выехал вот наконец в деревню. Кто там? Трасса у нас. И сейчас сяду. Буду херобонить. Наверное. Ну, может, спинг покидаю, посмотрю. С собой, в принципе, все есть. Сегодня, как обычно, ящик друг, в котором куча прибамбасов. Пацак я теперь с собой постоянно беру. И удочка 36 метров, на которую в прошлом видео ловил. Не знаю, посмотрю, вот здесь чего не будет. Оснастка у меня здесь собрана, все по-простому. Сейчас тесто замешаю и буду пытаться рыбу ловить. Здесь у нас садочек, здесь у нас всякие бомбасики. И сейчас много не буду, тесто замешаю, вот открытый у меня есть. Это от старого призрака холки сладкого красного картофеля. Возьму опять же такой же стаканчик. Один и два воды мешается. Раз, и водички полный стаканчик. Пока так, наверное, глютенчик сразу добавлю, потому что течение здесь присутствует. Пусть меня все тут херобунисты ругают, что я глютена много добавляю. Но мне так удобнее, так спокойнее. Добавлю. Ну, наверное, вот столько. Здрасте. Ну, стаканчик воды. И посмотрим, что будет. Замешиваем и ждем минуты 3-5. Как я уже говорил, вроде красный картофель, а пахнет кукурузой. Все, а пока раскладываем удочки, всякие свои прибамбасы. Все, на нем будем сидеть. Огружен у меня так, чтобы красный наверху был. Что-то добавил водички. По-моему, переборщил. Сейчас маленько подсохнет, будет в самый раз, пока поприкармливаем. Можно даже еще глубину чуть-чуть побольше сделать. Хотя, в принципе, здесь затишок, здесь можно и на херобунку половить. Сейчас пока побольше комочки, а буду поменьше. Местечко прикормлю, чтобы все пофэншую. Ага. Эх ты, обманул. Ну уже
кто-то начинает интересоваться. Сейчас поменьше сделаем. Может, глубину еще побольше сделать. Опа! Вот и карасик. Небольшенький, но приятный. Че, уже съели? Нет, кто-то еще пытается. Эх ты, да что ж такое, а? Какая-то там. Карасик. Большенькие здесь карасики. Ну, самые жарёшные. Поплотнее. Надо комочек сжимать. Где крупненькие? Опа! Еще карасишка. Это стандарт идет. А удочку-то загнул. Как будто там карасище такое, что ого. Но все равно прикольно. Что нету нормального карася, хоть мелочь одна. Или осторожничает, или прячется где-то. Опа! Оба-на! Да это у нас плотвень! Да такой нехилый! Так-так-так, ну-ка. Может, это не караси там вообще? Взяла со дна. Так, со дна что-то, вот одна плотвичка попалась и все. Попробуем сейчас уменьшить, попробуем над дном, а может потом и в пол воды. Глянем, что у нас выйдет из этой канители. Карасишки клевали. Ага, о. Глубину уменьшил, сразу карасик. Минуты полторы поклевок нету, значит, надо насадку менять. А то и меньше. Еще мелочь пузатая всякая сбивает. Похолодало, ветерок такой восточный. У нас обычно при восточном ветре не очень клюет.
Ну, тем не менее, что-то поклевывает. Все не зря приехал. Можно время провести. Что ходите, рыбу мне пугаете здесь? Здрасте. Какая речка, такая рыба. Что ты хочешь? Ой, ладно, большие. Да не знаю, что-то сегодня вообще какая-то одна мелочь. Знаю, ловил там хорошеньких таких. Опа! Жалко, карасер. Удочку гнет только так. А что ж ты ловил, если удочку еще не сделал? Браконьерил, поди. Браконьерил, поди. Тесто. Тесто. Картошка, капуста тебе. Что ты понимаешь в китайских тестах? Да. Ну, последний раз на слиянии всех обловил. Все хочу приловчиться плотву ловить. Что-то одну поймал со дна. Ну, плотвич, ну, сорогу, у нас сорога называется. Ну, красноглазая это. Это рыба другая, это же не карась. Это у тебя, смотрю, одни караси. А, пескана еще знаю, да? Елец, окунь. А так все караси да караси. Куда? Ты сегодня вообще что-то дома сидел, время уж полвосьмого, думаю, поеду. Так, часик посижу. Да, приехали. Ну, я не знаю, сколько сейчас времени-то. Ты чё, карасища? Так в том-то удовольствие, прёшь вроде там. Удочка-то 3-6 метра. А разводится вообще там вот стаканчик берешь теста этого, ну как порошок, ну как ровно, как порошок, и столько же воды перемешал, 3 минуты подождал, все цепляй. Ни червяков, ни прикормов, ни комбикормов, ни постоянно в машине поехал, сегодня собрался, просто сел да поехал. Так вы что, экзамен-то вообще не будете сдавать, да? Позорники, стромцы, как вы без ЕГЭ жить будете теперь? Оживется. Карасямба. Ну что, все равно пока сидел здесь. Сегодня дома перед телеком сидеть. Чего так вот зря по деревне ходите? Взяли вы удочку, карасей бы наловили. Все от вас толк какой бы дома был, а то все жрете, это спите. Значит, неправильно ходите. Надо правильно ходить, как я. А? Ну, как я, видишь, приехал, ловлю.
У нас с утра, блин, тоже бы. Ну сейчас вот пойду с утра начну. То что с утра же вас надо учить. Сейчас повяжут, расстреляют. А? Противогаз одевай. Да клюет помаленьку вроде. Ну так, карасишки. Когда плотвичка? Все ржешь. Я хоть таких ловлю. Сейчас. Галька нас солит. Так а там это вот такие здоровые вот это, или в сметане потом тушить, или это. Или коптить. Что-то сегодня одни супер караси клюют. Карасяра. Карасяра. Сошел. Ясь. Пусть живет. Отъестся сейчас. Будет большой, толстый. Я потом приеду, поймаю. Они уже здесь. Да. Ну что, на этом рыбалку, наверное, буду заканчивать. Все, что-то карасик перестал клевать. О, конечно. Вот там щуканы балдеют. Разогнали всех карасей. Может, пимик покидать? Не, не буду, домой поеду. Завтра на работу. Ну что, посидел я тут буквально пару часиков, поймал сколько? 17 карасей, одну плотвичку. И все. Сейчас попробовал на дно опустить. Тоже никто ничего не хочет клевать. Сейчас попробую еще в пол воды. И поеду домой. Ага, он там сидит на дне. Карасик не очень крупный. Но тем не менее, вечерок скоротал. Посидел, отдохнул. На свежем воздухе. Что-то холодновато уже стало под вечер. Да сегодня и так что-то холодно. Даже ни мошки, ни комаров нету. Интересная динамичная ловля. Вроде на месте сидишь, но постоянно перезабрасываешь, постоянно перенасаживаешь. Не скучно. Карасики поклевывают. Чего еще надо? Не надо думать о насадках, не надо думать о прикормках. Все готовенько лежит. Приехал, размешал себя, развел тесто, какое там надо, какое хочешь. И все, и сиди, лови. В любое время, в принципе, в любом месте. Так, сейчас попробую еще вообще мелко сделать в пол воды. Может, плотвичка начнет клевать. Бусинки отлично видно. Даже под водой видно вот эти вот яркие. Шнурки балдеют.
или шнурки, или окунь. Что-то, как ни странно, я здесь никогда не ловил микроджигом. Мормышел на спиннинг, а микрожигом не пробовал. Надо, наверное, попробовать как-нибудь. А что у нас из этого выйдет? Так, ради спортивного интереса. Ну, все, наверное, будем прощаться. Не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии. Все как обычно. Всем пока.